Короче говоря, пап, я пришел на работу. Надо срочно отнести отчет день, иначе опять получу штраф. Все сидят, работают. Офигеть, какой у нас крутой коллектив. Никогда я еще так не ошибался. Так, надо отнести отчет. Андрей предложил мне поиграть с ним. Я сказал, что мне надо работать. Он напомнил мне, за какую зарплату я тут работаю. А где ее можно установить? Скачал игру. Установил игру. Нужно выбрать никнейм. Денис. Слишком просто. Денис Лифанов. Слишком официально. Пусси Дестройер? Нет. Пускай лучше будет официально. Спрыгнул с самолета. Сковорода? Мне нужно драться сковородой? Да ей никого невозможно убить. Я же говорил. Пробую еще раз. Беру двустволку. Беру бронежилет. Беру каску. Теперь меня невозможно убить. Фак! Сковородкой все-таки можно убить. Прошел уже час. Мне кажется, с этой игрой я деградирую. Поиграю еще пару часов, и можно будет возвращаться в школу. Точно! Школа! Там и высажусь. Кажется, я готов. Я победил. Погоди, этого чувака звали Вагина Киллер? Странно. Так, надо отнести документы. Я принес документы. Ну наконец-то. Вагина Киллер? А ты в курсе по поводу штрафов? Короче говоря, пап. Прикинь, я-то изначально хотел назваться Pussy Destroyer. Pussy Destroyer? Чё за бред? Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы обязательно снимем еще что-нибудь в таком формате. Ну а если вы не из Москвы и к нам приехать не можете, заходите к нам на канал. Там куча обзоров на все самое топовое из игровой индустрии.